Давай, скажи привет всем. Эй, привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся сейчас на острове Хебелиада. Ну, куда ты идешь? Куда ты идешь? Если вам интересно посмотреть наш влог, да, Жасмин, наш день? Та-та-та, да. Мы предлагаем вам остаться с нами и посмотреть это видео. Не переключайтесь, будет интересно. Друзья, да! Кто там? Да, друзья, мы находимся на острове Хебелиада. Это для нас первый визит с Минкой. Мы до этого еще здесь не были, поэтому нам точно так же интересно, как и вам. И мы точно так же гуляем этими улочками впервые с вами. Gerçekten. Сегодня прекрасная погода, 17 сентября 2017 года. Все время хочет посмотреть на маму. Поднимаемся мы с вами наверх. Немножко у меня дыхание захватывает прям. Тикис, Жасмин. Приятная атмосфера, приятные домики. Почему я говорю вау, приятные? Вот остановись так и посмотри на сервиз. Потому что... Что такое особенное чувствуется здесь? Чувствуется история. Ну, в принципе, как и во всем Стамбуле. Очень много старых домиков. Куда ты показываешь? Ой, это очень высоко. Давай свернем с тобой, Жасминка, в другую сторону. Давай в другую сторону свернем. Ой, смотри, какой вообще старенький домик. Кстати, идея снять видео была внезапная, потому что все время делаю какие-то заметочки в Инстаграм, в историю. А мне будешь говорить на днях. Так, ты Инстаграмом сильно не увлекайся, не забывай, что у тебя есть канал. Вау. Посмотрим, что там же с ним. Кто-то поет. Ой, какая красота. Да, кстати, муж мой прав на самом деле, потому что очень много видео уходит просто в Инстаграм, в историю и не сохраняется. А канал, в первую очередь, он еще для моей семьи, для моего будущего, для моих будущих детей и внуков, правнуков. Гляньте, как красиво. Гуляем дальше. Оп! Кто встает? Кто портит всю композицию? Ты мама на чудо? Сейчас выйдет хозяин и накроет нам стол с чаем и пряниками. Пойдем. Идешь? Пойдем. Лошадки. Смотри еще. Вот. Ой. Лошадки, да, сейчас с ним? Сегодня у нас воскресенье, все выходной день. А там пианино. Пойдем, пусть и слышит.
красивая такая ивушка. Ты опять встаешь? Наверное, там никто не живет или живет. Смотрите, окна открыты. Очень много старых домов. И вот убираешь. Очень много домов продается, сдается. А вот эти половина дома старые, не реставрированные. А вот вторая реставрированная. Наверное, хозяева разделились на две партии. Видите как? Ой, все равно какое-то особенное здесь ощущение. Ты там разговариваешь, да? Ты с мамой разговариваешь? Да, с мамой? Моя ты девочка. Вот он, мой сладкий дом. Когда устаете от шумного города, кто живет в Стамбуле, обязательно, обязательно садись здесь на вапорчик и едьте на какой-то из островов. Вапорчик мой маленький. Любопытно. Ну, давай сюда повернем, так интересно. И сосны, и пальмы. Вон уже морочка вдалеке виднеется. Мы тут уже Жасминка школу нашли. Да, скажи, идем и думаем. Купить бы здесь домик, можно было бы и жить здесь. Стамбул недалеко. Можно было бы ездить туда. А жить здесь. Да, даже ворона поддакивает. Ой! Кстати, лошадки совсем не пахнут. Ей-богу, не пахнут. Абсолютно. А вот смотрите, какой красивый вид. Да? Просыпаешься утром. А вон еще, смотри, Ляля. Еще Ляля. 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 Ой, а куда нам надо идти? Дальше нам надо, наверное, идти, да? Ну, сейчас пойдем. Пойдем. Onun kaybolduk lan. Bir şey olmaz. Ben biri sokacak diye mi kovulacak? Джами. Мечи. Ножки кверху, загораем. Очень все культурно на острове, мусорные баки есть. Никто не мусорит.
Если честно, могу сказать, что я уже заблудилась. Не знаю, с какой стороны я зашла, в какую сторону я сейчас буду идти дальше. Наверное, буду идти вниз, потому что я всегда шла вверх. Смотрите на это чудо. Нет, нет, не думайте, она пристегиваться даже не собирается. Не любит она. А я не насилую. Идешь и прям наслаждаешься, радуется душа. У вас радуется душа, дорогие мои? Вам нравится? Вон та женщина, она еще шла со мной с пляжа. Думаю, она идет в направлении правильном. А вот там, я думаю, художник живет. Wir wollen hier schauen, am Hafen. Gehen wir noch schnell zum Bett und dann schauen wir morgen das Telefon. Скажи, одной рукой, мама. Коляску ведешь, другое видео снимаешь. Давай, скажи, привет всем. Эй, привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся сейчас на острове Хебелиада. Ну, куда ты идешь? Куда ты идешь? Если вам интересно посмотреть наш влог. Да, Жасмин, наш день? Да. Мы предлагаем вам остаться с нами и посмотреть это видео. Не переключайтесь, будет интересно. Друзья, да. Кто там? Да, друзья, мы находимся на острове Хебелиада. Это для нас первый визит с Минкой. Мы до этого еще здесь не были. Поэтому нам точно так же интересно, как и вам. И мы точно так же гуляем этими улочками впервые с вами. Сегодня прекрасная погода, 17 сентября 2017 год. Вот все время хочет посмотреть на маму. Поднимаемся мы с вами наверх. Немножко у меня дыхание захватывает прям. Тикиса, Жасмин. Приятная атмосфера, приятные домики. Почему я говорю вау, приятные? Вот остановись так и посмотри на сервиз. Потому что что такое особенное чувствуется здесь, чувствуется история. Но в принципе, как и во всем Стамбуле. Очень много старых домиков. Куда ты показываешь? Ой, это очень высоко. Давай свернем с тобой, Жасминка, в другую сторону. Давай в другую сторону свернем. Ой, смотри, какой вообще старенький домик. Кстати, идея снять видео была внезапная, потому что все время делаю какие-то заметочки в Инстаграм, в историю. А мне будешь говорить на днях. Так, ты Инстаграмом сильно не увлекайся, не забывай, что у тебя есть канал.